удобная стрельба, например. Ну, 6 часов не. Не-не-не, мне кажется, 6 часов ты тогда все знаешь. Наверное, да. Так, ладно. Я все-таки считаю. Там, потому что иначе я... Лучше ты свободен? Да? Да. Ты же хотел с гидом посидеть. Да, гид он сам справляется. Нет, я к нему водички только стырю. Ты же мой пойдешь с водичкой. Так. Совсем уйдешь. Плеваться и там будешь? Да. Не стример пришел, смотри. Не стример пришел, ну, не стример пришел, да. Где это? Блин, да, кстати, прикиньте, 4 часа разница с Новосибирском. В смысле, а было? Варан? А было 3. А почему так? Да Варан же давно сидит. Что значит пришел? Весь вирус перенесли? Перенесли. И где он теперь находится? В зоне, где у него сейчас не 15-25, а 16-25. Нормас, нормас. Нахрена правда понятно. Ну они любят хуйню. На час вперед, на час назад. Зарплатно отходит все это что. Я почитал, что сейчас я очень жалею, что у нас президент не приедет, чтобы с айфонами серву подсадил. Я вот тут. А? А? Чё? Нет? Не-не-не. Показалось. Да ёпта. Читер. На, 5-0 жизни, блин. Ну чё, чувак, их тащу, как думаете? Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Да ёб твою. Слышь, стример 73. Я. Тут шутечку завезли неплохую вроде. Зацени. На самом деле, в будущем Варан прошел все это РГГ, просто время до нас еще не дошло. Хорошо, хорошо, хорошо. Че там это, Golden Axe прошли какие-нибудь, нет? Я видел, вроде второй зафылили. Да, прошли. Подожди, а вторую... А, с Кариной вторую зафылили, а потом... Потом с Баляном они прошли вторую зафылили. Ничего себе. Ой, джентльмен! Молодец, спасибо тебе за подписочку! Красавчик, красавчик! Еще 47, чуваки! Давайте!
Мих-мих-мих. Блин, они же жирные точно. Здорово, мистер Челдскин. У тебя что-нибудь туда прошла? Прошло облако, прошла или нет? Давай. Облако прошло? Ну, вчера. И не тун. А, ну, молодец. Блин. Да, ее пора сюда. Птичка. Здорово, Nuda Games. Сложные братья идут с горячими контами, да? Согласен. Здорово, сайт. Чё, как? Всё такой же волосатый? Комплекс бежался за всё время, но ребутали. Ребутали, ну короче, ладно, бла-бла-бла-бла-бла. Так, вот это у них тащу, наверное. Мистер Пукс, здравствуйте, здравствуйте. Брови загорают, летит, аутирует, брови дома спит. Да? Угу. Вертолетик, вертолетик, вертолетик. Стоит, смотрит. Снизу. Я пошел вертолетик смотреть, а аутисты с собакой снизу стоят и смотрят, как я смотрю на вертолетик. Блин. Где кот? Он валяется. Да. Кто это издалека похож? Это Шайтан. Да, Шайтан? Да. На чего издалека похож? На брови похож издалека. Ну, похож, правда. Да кто-то вчера написал, что брат брови пришел еще. Окей.
Да сучка. Да сучка, ну что ты будешь делать? Я плохо помню, как его проходить. Ну, есть. Есть. У нас с тобой одной крови. Тут бы конты весь конечные были, но в третьей части конечные конты. Это только добавляет, так сказать, остроты ощущениям. И там из Клауда демоны выходят. Ты успеваешь нормально? Да-да, что ну, вот. Только не грязи. А тебе нельзя. Я их уже наел. Wait. А где? Шайтан. Ладно. Вроде как. Иди в балконе. Всем кислый скидывал, пацаны. Мистер Челски, никто не проверял. Вертолетика? Ну, потому что он летает, нет. Нет. Я люблю вертолетики, они летают. Самолетики тоже люблю, они тоже летают. У меня удобно, вертолеты не летают так часто. Раз в несколько месяцев один может пролетит. Да какой раз в год, наверное, один пролетит и все. Когда мы были в детском саду, и у нас пролетал вертолет над нами, это был как праздник. А тут они вон каждый час летают. А вы не цените. Зажравшиеся ублюдки. Московские. Паразиты, блин. Мех-мех. Самолеты летают тут над домом, спать не мешает мне. Для нас, блядь, это как праздник был, вертолет, блядь, летит. Всем двором собирались смотреть. Эх, он слишком громко летит, мои эти нежные ушки домашек. Эх.